Менее 3 недель остается до важнейшего политического события страны – парламентских выборов. Напомним, на финишную прямую по Солигорским округам вышло 6 претендентов на депутатское кресло. Они продолжают свою агитационную политику, выступают в коллективах и проводят пикеты в оживленном месте. Горожане не проходят мимо, и это говорит о политической активности солигорчан. На выборы надо обязательно идти, это наш гражданский долг. Выборы вообще до сих пор праздник, я помню с детства, это музыка, это вкусняшки всякие, так что входим всей семьей. На выборы идти надо, выбирать надо человека порядочного. В первую очередь людям надо узнать биографию человека, узнать его интересы, личные жизненные интересы. Кто занимает какой-то руководящий пост, вот такого человека.